Всем привет, друзья, на связи SLT Fight News, и мы все еще в Минске на турнире по MMA. И хожу и знакомлю вас с участниками, со зрителями и тренерами, которые привезли своих ребят на этот турнир. И на этот раз это тренер из Молодечно, очень классного клуба «Гладиатор». И он сейчас немножечко расскажет о себе. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Я являюсь тренером клуба «Гладиатор» по смешанным единоборствам. Зовут тебя? Зовут меня Андрей. Фамилия моя Дзёмин. Отлично. Хорошо, немножечко познакомили. Теперь расскажи, сколько ты ребят привез и как они выступили на этом турнире? Привез я двух бойцов. Выступили достойно. Досрочной победы в первом раунде. У обоих? У обоих две победы в первом раунде, да. Здорово. А как, ребят, конечно, посмотрят эти поединки, но как они закончились? Вот весь и какие весовые были у ребят? Закончились очень быстро, добиванием досрочно, буквально 45 секунд. Ясно. Весовые 62 и 93 килограмма. 93 килограмма тоже закончился, да? Тоже закончился досрочно в первом раунде добиванием соперника. 93. Здорово. На самом деле, раз так заканчивается, значит, ребята очень перспективные, очень хорошие, и бои их обязательно нужно посмотреть. Ну, расскажи тогда, может быть, следующее мероприятие какое-то крупное вы посетите своим клубом. Конечно, готовимся на отбор чемпионат мира по грэпплингу, который пройдет у нас в Минске. Отбор будет 30 сентября. Готовим большую команду, проводим совместные сборы с Аквариумом, Фениксом. Ну и в скором времени вы нас снова увидите. Да-да-да, мы обязательно будем присутствовать на этом мероприятии, потому что соберется вся Беларусь, ребята, на этот грэпплинг, потому что это действительно грандиозное событие. Ну и тогда давай завершающий вопрос. Как тебе вообще атмосфера и проведение организации этого самого турнира? Атмосфера такая боевая, очень достойная. Организация тоже на уровне. Ребята молодцы, Академия МММА развивается. Очень хорошие бойцы, очень красивые, достойные бои показали. Все очень классно, все хоть понравилось. Хоть и любители, да? Хоть и любители, но все на высоком уровне. Это здорово. Ну ладно, мы от лица своего канала и портала, конечно же, желаем клубу «Гладиатор» из Молодечно больших и грандиозных побед, золотых медалей, без травм боев, ну и всего-всего самого лучшего, ребят. Всем пока!